ребятушки, мы начинаем заключительный день РДС Европа этого сезона. Впереди у нас топ-32. Всем привет! А мы на заключительном дне РДС Европы. Провели утром тренировки утренние, проверили, все отлично, все работает. Вчера на желтых мы поменяли коробку, поменяли редукцию, задефектовали старую коробку, которая стояла там, оказалось, сбитые кулачки. В принципе, ничего удивительного, так как это Самсонас. Вот, здесь у нас уже очередь на выезд, так как, начиная с топ-32, мы выставляемся в поле возле старта. Ну и мы подготовились, первые стали в очередь, чтобы занять самое вкусное место. Вон там мы будем стоять. Вот, в данный момент идет парад. Вот как раз гимн Российской Федерации звучит. Так что болейте за нас, смотрите прямую трансляцию. Скажу об этом чуть позже, а сейчас давайте смотреть заезд. Итак, Данила Воробьев в роли лидера, и он на чемпионский титул не претендует, а вот Анатолий Щербак вполне себе очень даже серьезно. Итак, смотрим, Анатолий Щербак вернулся за руль 200 SX в кузове S14, на котором он уже выигрывал здесь первый этап. И синхронная перекладка, и вновь Анатолий Щербак очень агрессивен в роли преследователя. Еще одна синхронная перекладка, как же здорово, третья внешняя зона. И еще одна синхроннейшая перекладка в исполнении Анатолия Щербака, и финиширует эта пара. Вау, вау. Право. Вау, это будет случай, если одержит победу в этом этапе. Феодор у нас седьмой получается, а вот участник этого заезда в виде Анатолия Щербака в его лице, он у нас на пятой позиции, то есть многое... Все пока не так однозначно. Да, все пока неоднозначно, и вот это же... Мы все это решим, точнее пилоты решат в пользу однозначности. В течение всех этих заездов постановка в исполнении Данила Воробьева. Анатолий Щербак близко, хотя и чуть в меньшем угле. Опять кистовал в исполнении Данила Воробьева. Анатолий Щербака это совершенно не смущает. Еще ближе подъезжает четырка к 36-й БМВ. Синхроннейшая перекладка. Очень здорово. Дальше два автомобиля двигаются. И здесь тоже практически синхронная перекладка. И наваливается там бортом уже ближе к финишу Анатолий. Господа, Артем Шабанов, команда Full Throttle против Анатолия Щербака. Четвертое, пятое место общего зачета на данный момент. Да, и я не знаю, как вы, а я весь в нетерпении. Стадо, как говорят японцы. Поехали, вот они, 173 метра. Анатолий Щербак вырывается вперед, пытаясь не отпустить лидера. Постановка практически синхронная. Артем Шабанов едет очень здорово вдоль стенки, лишь чуть-чуть подзаузившись. Возле 2 Анатолий Щербак его совершенно не отпускает. Синхронная перекладка. Такое ощущение, как будто копипаст там произошел. Еще одна перекладка чуть отпускает лидера Анатолий Щербак, потому что очень резко добавляет газа. Но, тем не менее, остается рядом с лидером и до самого финиша прессует своего оппонента Анатолий Щербак. Был контакт, но все-таки все еще готовым продолжать битву. Рокки Бальбоа и Артем Шабанов на 15-й. Сильвии, смотрим постановку. Анатолий Щербак, хорош, одно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, держись, да! Как они избежали крэша? Что происходит вообще такое? Что эти парни творят? Что они себе позволяют в конце концов? Вот это заруба, вот это я понимаю. О, боже мой, держись, держись, держись! О, да, ребят.